Почему в сутках 24 часа? Древние египтяне решили разделить день на 24 часа. Но почему они выбрали именно это число? Одно из предположений состоит в том, что они исходили из идеи размерности пространства. Если вы посмотрите внимательно на первое измерение, то вы обнаружите только три объекта – прямая, отрезок и луч. Таким образом, число 3 соответствует одномерному миру. В двумерном пространстве можно легко получить шестиугольник, положив вместе круги одинакового размера. Другими словами, число 6 возникает в связи с наиболее простой геометрической фигурой – с кругом. С гексагональной упаковкой сталкивался каждый, кто хотя бы однажды видел пчелиные соты. В трехмерном мире наиболее плотной упаковкой считается заполнение пространства ромбическими додекаэдрами. Всего декаэдра 12 сторон. При построении сот пчелы используют ромбические додекаэдры, плотно упаковывая ячейки. Каждая из ячеек – это шестиугольная призма, подкрытая половиной ромбического додекаэдра. Поэтому кажется весьма вероятным, что для того обозначения времени, которое является продолжением трех пространственных измерений, египтяне решили продолжить последовательность 3, 6 и 12, что и дает число 24. Если эта гипотеза о происхождении разделения времени подтвердится, то это будет означать, что мы теперь больше знаем о концептуальном восприятии пространства и времени учеными Древнего Египта.